Так, братцы, понимаю, что строительный канал, но вы же видели, у меня в шапке профиля написано «Строю жизнь своими руками». Все, строю дом, это уже как бы актуально, но ну так себе. А вот «Строю жизнь», завтра утром мы едем с вами в Манжерок. Так, перекличка, Элина. Есть. Нашла? Что нашла? Не все. Нашла боты, доску. Боты, доску. Шлема нет. Сейчас найдем. Очки. У вас. Так, Элина готова, Никита готов. Теперь мы. Ну что, семья, вы готовы? Вы все не готовы! Так точно, капитан. Дети, да. Едем горнопляжить? Да. Вот такой у нас сегодня контент, друзья. Контент. У Женьки новый комбез. У меня старые штаны. Вон наша избушка на заднем плане. И сын на переднем. Путь! Ты не снял! Все, мы въехали. Мы въехали в Манжерок, друзья. Но чего-то даже гор не видно, они все в тумане стоят. Ну вот, друзья, мы и в Сбере. Сбер-отель. Это Сбер-отель и Манжерок, горнолыжный комплекс. И сейчас мы будем открывать наш сезон. Вон там сзади у нас идут наша банда. Эй, банда, благодаря тебе мы идем правильно. Почему благодаря мне? Ну, ты же все привела. Давай, заходи. Смотри, кажется, вон она. Так, Котов, ты готов? Сейчас сноуборды втыкаем и поехали. Мы та семья из твоего стендапа. Сейчас, да не перчатки достань, я в него положу. Да, сын, просто поначалу скоблим, тренируемся, вспоминаем. Помнишь, как мы делали? Вот так. Вот, не поймай передний кант, остановись. Кантон тормози. Вот, молодец. Вот. Хорошо. Хорошо, притормози. Короче, если не смотреть на цены, то это прям исконно русская забава, горнолыжный спорт. А чтобы вы понимали, за семью мы сейчас отдали 6400, это со скидкой. Ну, со скидкой, потому что вечернее катание. Мы уже приехали после часа дня. А так, было бы по 2500 человечка и дети по полторы. О, поехали наверх. Илинку дождаться надо. А, вон, давай скорее, дочь. Давай, расстегивайся. Да, поворот. Едем, поворот. Молодец. Едем. Притормози немножко. Поворот, все. Едем, рано. Ну, ладно, нормально, давай, поворот. Молодец, видишь, уже все, второй спуск, а ты уже катаешь. Давай, кот. Поворот. Перестраивай. Красавчик, кот. Поворот. Так, сын, а ты умеешь резко тормозить? Вот так, смотри, вот я еду, смотри, резко тормозить, а вот так. Попробуй. Вот. Прям смотри, берешь заднюю ногу вот так, хоп, сюда, и заворачиваешь. Поворот, красавчик. Поворот. Опа, задний кант плохо. Не лови канты, поймал кант, плохо. Все, поехали. Если подзабыл, то дай немножко. Ребята, это у него сегодня второй спуск. Ха-ха, смотрите, что он творит. Красавчик! Хоп! Стоп! Молодец! Хоп! Остановился! Молодец! Главное, задний кант не слови, а то разобьешь голову! Ты могешь! У тебя получилось, сын! Ты стал кататься! Вот! Хоп! Аккуратно, сын! Аккуратно! Давай, я за тобой все смотрю, снимаю. Будешь вечером пересматривать свои видосики. Да, сын, еще, если ты вдруг в кого-то летишь и понимаешь, что сейчас врежешься, лучше затормозить, вот как ты там, на жопу упасть или... понял? Но сбить человека, это страшно. Давай, как у тебя впечатление? Вообще круто. Все понравилось? Да, так вот. Особенно, когда научился вообще. Смотрите, какая красота. Вот я не знаю, видите ли вы, что он вдалеке происходит, но... Там открываются все ландшафты наших хребтов гор. А тут Денисыч на первом плане уже профессионала обнял на категорически сложной трассе. Мы находимся на самом верху Манжерока. Горнолыжный курорт. Помните, Эдита Пьеха пела?
Так, ну, мы вниз. Вот, снежную пушку вам покажу. Смотрите, какие тут стоят. Красавчики. Вот она, снежная пушечка. И Денисыч выплывает тут. Вообще летает пацан у меня. Непокорные вершины, сокровенный уголок, во все время любимый манжерок. В общем, друзья, 2 часа нам дали на перерыв. Сейчас будут ретрачить трассу, вельвет наводить. И у нас есть 2 часа, чтобы перекусить, отдохнуть и в путь. И потом мы еще 4 часа будем кататься. Поедет. Слушайте, надо, знаете, да, хотя бы до городка дойти. Посмотрите. Только все в тумане, смотри. Мам, когда покатаемся. Нам бы доползти до машины, когда мы покатаемся. Да. Что, поедем в ТАН на парковке место искать? Давай. Неважно, едем быстро. Ребята, вообще просто супер. Видели, довольные щи? Мы приехали на вечерку. На вечерку идем. Съездили, покушали. Хотите, вам скажу по ценам, обалдеете. Покушали мы в кафешке в Манжуроке, ну, чтобы подешевле. 1680 рублей. Купили 3 лагмана, 1 плов и Лина какой-то салат, и 2 молочных коктейля. Все. Слушай, от всех такие глинтвейные запахи. Что прям хочется, да? Да, как приятно вообще на самом деле на горнолыжке быть трезвым. Вот это просто прикольно. Нет, действительно. Слушай, а мне кажется, тут глинтвейн безалкогольный. Не знаю. По той тетке не было видно, да? Да, да. Так, ой, очереди не так много. Прошли? Да. Где Лина? Вот Лина. Вон она, пойдем к ней, Лине. Сын, поставь сноубор стоя, да? Мы поднялись на первый подъем. Из вагончика вышли все. И остались только самые отважные. Подожди, надо на красную переходить? Нет. Едет сюда по этой, но потом на зеленую не будет сворота. Ага. Там сворота направо сразу. А ты куда? Ты куда? Где?
рисковато немножко. Сдавать будешь мебель? Нет. Мебель сдавай. Домашняя мебель. Сын, иди сдавай снарягу. Сын пошел сдавать. Да ладно, сын, не сдавай, это наше. Олежа, вон он. Я пошел в машину, все. Нет, все, в машину. Мне завтра на работу. Как я уже сказал сегодня в видосе, канал не только строю дом своими руками, но и жизнь. Поэтому вот так будет все теперь, отныне. И я буду выкладывать сюда все, что хочу. А, ну, кому не нравится, парни, либо перематывайте, либо не перематывайте. Всех люблю, всех обнял, устал. Все, едем домой. Классно, вообще отдохнули. Ну, по ценнику я вам что сказал, там, что-то в районе 12-13, все мероприятие нам обошлось. Все, пока. Пока.